Более 4000 человек обратились в прошлом году в мобильную медицинскую бригаду. Начиная с 2018 года врачи проводят комплексное медицинское обследование населения в Заполярной глубинке. И как только закончились новогодние праздники, медики отправились в путь. Первым в маршруте стало село Тельвиска. Подробности далее. Первыми в очереди на медосмотр стали дети. К маленьким тельвисчанам в школу пришли все нужные специалисты – от терапевта до офтальмолога. Очень удобно. Согласно 514 приказу от 2017 года, мы занимаемся диспансеризацией детей, то есть профосмотрами, на местах. Ну, в этом году я работаю всего первый год в этом селе, и очень удобно, что 7 специалистов посетили сегодня нашу школу, произвели осмотр детей, заключение делает педиатр, и уже, если считает нужным, направляет еще к более узким специалистам и на дополнительные исследования. Осмотр детей всегда проводится тщательно. Ребенок может и не жаловаться, допустим, на ухудшение зрения. Но на осмотре специалист сразу замечает какие-то отклонения от нормы. Ведь от здоровья молодого поколения зависит будущее. А выявленное, например, искривление позвоночника в детском возрасте можно исправить простой гимнастикой. Дети – это цветы и наше будущее. Соответственно, конечно, каждому ребенку проводятся более тщательные и более интенсивные обследования. То есть ты больше обращаешь внимание на пороки развития или на какие-то особенности развития. Потому что в целом в дальнейшем это вот может вылиться ведь во всевозможные там плохие последствия для взрослого организма. У взрослых осмотр также проводится тщательно. Хоть Тельвиска и находится недалеко от города, не все жители могут съездить к нужному специалисту в поликлинику. Поэтому осмотры мобильной медицинской бригады очень помогают сельчанам. Ну, естественно, удобно хотя бы с маленькими детьми в город, не надо ехать. Не надо ездить в город, тратить время свое. Тут удобно, пришел сразу, пришел, все быстро. Но из-за того, что медицинская бригада приезжает на ограниченное количество времени, есть, конечно, и небольшие проблемы. Осматривают тщательно, желающих много. Поэтому в очереди приходится сидеть большое количество времени. Прием долго идет, очень. Видимо, досконально осматривают. А вообще, пока потом не хватит ли, вот сколько там, 4 дня они находятся, хватит ли осмотреть всех? Не знаю, за всех не скажу, но мне надо 2 врача, то есть сегодня-завтра пройду. Врачи медицинской бригады в основном проверяют течение хронических заболеваний или выявляют новые. Помимо этого, можно пройти медосмотр для различных справок. В этом году маршрут медицинской бригады немного изменили. Следующие наши выезды – это 17-18 января, это деревня Макарова. Затем 19-20 января – это Куя. Затем в Нельминос. Как и в предыдущие годы, мобильная медицинская бригада посетит все населенные пункты округа. Врачи передвигаются со своим оборудованием, чтобы помочь сельчанам получить медицинскую помощь, которая вне города пока не развита. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».